Нижний Новгород подтверждает статус одного из самых снежных городов России. Еще заканчивается вторая декада декабря, а снегопады уже перевыполнили план. Выпало больше месячной нормы осадков. По подсчетам синоптиков, 114% от месячной нормы. Ударными темпами приходится работать и дворникам, и дорожным рабочим. Тем более, что глава города Юрий Шалабаев поставил задачу особенно тщательно убирать дворы. Дуки для этого специально увеличили штат дворников до 4000, а территории ТСЖ стали зоной постоянного контроля администрации районов. Итоги такого подхода после очередного сильного снегопада оценили и нижегородцы, и представители надзорных организаций. По крайней мере, у нас во дворе уже два раза убирали. И вот сегодня утром тоже пришел трактор. И спасибо, слава богу, там все парковки очистили. Двор у нас хорошо. У нас свой ТСЖ, у нас такой дворник у нас очень. И, в общем, директриса этот ТСЖ хороший. Вот единственное, где чисто, это 116-й дом, первые 6 подъездов. А как сами видите, как? Никак. Техническая муниципального контроля проверяет внутридворовые территории и территории, которые закреплены за хозяйствующими субъектами. Нами за последние 10 дней возбуждено 600 административных производств по этим вопросам. И всего за зимний период возбуждено чуть меньше 1987 административных производств за ненадлежащую уборку территории. Мне бы хотелось напомнить, что эту работу мы проводим и выходные, и праздничные дни, поэтому хочу предупредить всех ответственных должностных лиц, что в новогодние праздники тоже эта работа будет проводиться.